Базовых тестов автомишевари всегда являлось разбивание гальки. Ну, морской, вот как бы вот там вот камни лежат. И я решил попробовать. Я тут уже поднаколол чуть-чуть. Думали, что мы снимаем, на самом деле не засняли. Поэтому сейчас будет дубль 2. Самый базовый. Не знаю, пойдет ли. Есть. Молодец. Вот так примерно это делается. Ничего не нажимаю.